Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что если понадобится, то готов сражаться на стороне Российской Федерации в специальной военной операции на Украине и, если понадобится, умрет за своего президента Владимира Путина. «На следующий день после начала спецоперации я написал письмо и убедился, что она с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», сказал Стивен Сигал в своем документальном фильме «Во имя справедливости», размещенном на медиаплатформе «Смотрим.ру».